Всем привет! Это видеообзор молока для щенков фирмы Трикси. Я его приобрела в магазине «Шиншилка». Значит, молоко сухое выглядит вот так. Имеет приятный сладковатый аромат в жидком виде, разбавленном. Вот так выглядит молоко. Что касается рекомендаций, значит, необходимо разводить одну часть молока на три части теплой воды, максимум 30 градусов, до второй недели жизни 2-4 часа. С третьей недели 4-6 часов молочной смеси до насыщения. Чтобы перейти на твердую пищу, вы можете делать из молока кашеобразную текстуру или добавлять это молоко в готовую еду, в мягкие паучи или же в натуральную еду, в каши с мясом. Что касается состава, молоко и молочные продукты, побочные продукты растительного происхождения, масла и жиры, декстроза, дикальция, фосфат. Вот такой состав, отличный. В банке 250 грамм. Хватит надолго. Спасибо вам за внимание.